Все самолеты, которые вы видите, выпускаются в нашей стране бензоколонки. Банановой республики и Верхней Вольте с ядерными ракетами. Это МС-27-300. Это суперджет. Вдали вы видите Ил-114-300. Дальше Ил-76. А дальше я уже не вижу. Я только по разрывам облаков ориентируюсь немножко. К-52. Петля. Стрижи прилетели, не грачи. Они петли крутят, эти мертвые. Да. Как самолетик, да? Один. Благодаря высокой тяговооруженности, выдающимся несущим свойствам крыла и современному двигателю с отклоняемым вектором тяги, самолет обладает впечатляющими взлетно-посадочными характеристиками, укороченной дистанцией взлета и посадки. Способен маневрировать с перегрузками до 8 единиц. Обладает впечатляющими разгонными характеристиками.
и возможностью совершения длительного сверхзвукового полета. Чекпоинт – боевая система будущего. Уже сегодня на базе единой авиационной платформы создается беспилотная версия машины. Чекпоинт может работать в составе группы пилотируемых и беспилотных авиационных комплексов, объединенных в единую сетиориентированную систему. То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня становится реальностью. Реальностью, устремленной в будущее. Прорывные технологии, проверенные и отточенные решения, невероятный потенциал модернизации и уникальные боевые возможности. Это не просто еще один самолет пятого поколения. Это шах и мат. Пара Су-30СМ. Парный взлет. Зависли в воздухе оба и вниз падают.
пойдем. А колокол будет делать? Или мертвую петлю? Пассажир возьмет на борт и сделает.